Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Терабайт, и, как я обещал, я засниму видео, как я делаю турельку. Ну, еще в этом видео будет не только турелька, но и портальная пушка. Это все запчасти, которые нужны, вот, для турельки, а вот для портальной пушки. Тут будет использоваться пластилин, потому что некоторые детали были то яркие, то еще какие-то, то они крепились. Ну, вот, приступим к сборке. Вот, нам надо будет такая вот деталька, тут есть такие боковушки, вот такая, цепляем сюда руки. Я залепил тут пластилином, это будут передние ножки. И вот берем еще одну, только, ну, у меня не было коричневой, и берем, залепим тоже пластилином, и берем вот такую детальку. Дальше нужна будет такая деталька с обоих сторон. Две вот таких. Одна темная, другая светлая. Такой глазик типа цветочка. Можно кругленький, можно такой. Два шарика таких. Одну обычную детальку. И вот такие две пластинки беленьких. Для портальной пушки надо будет соединить детальку с светлым цветом и беленьким. Ну, можно синенькую, можно любую здесь, какую хотите. И потом сверху цепляйте шарик, какой хотите цветом. Чтобы он совпадал с вот этим почти. Ну, у меня оранжевый, а шарик красный. Дальше залепливаете тут пластилином, делаете так полосочки и залепляете беленьким. Вот. Это основа портальной пушки. И нужно как раз-таки для портальной пушки тоже вот такая одна деталька. Соберем портальную пушку вот так. И вот она у нас получилась. Вот так. Возьмем человечка сейчас. И вот, можно вот так руку вставить. И все, вот портальная пушка. Можно, типа, стреляет он. Вот так. Так, все, поставим его. Теперь приступим к сбору самой нашей турельки. Берем вот эту вот детальку. По бокам цепляем черные. Наверное, вот так получится. Можете с любых сторон. И стреляем снизу вот это. Ставим вот сюда сверху вот эту детальку. Берем беленькую. И берем вот эту красненькую. Ставим вот сюда. Ставим вот так. Вот. Нет, стоп, чуть-чуть вот так. Вот так, чтобы она полностью залазила. Не вот, вот эту дырочку, то, что тут есть, а полностью вот так. Берем потом вот эту вот детальку и сцепляем на вот эту вот. Вот так. Ставим вниз. Вот так. Потом берем боковушки, цепляем вот сюда. Турелька будет открыта. Если убрать черные детальки, можно просто поставить, и будет такая турелька. Берем вот эту заднюю, и вот этим вот шариком, то что там, вставляем вот эту вот дырочку. Так. Отодвигаем ножку вот так. И ставим турельку. Вот она стоит у нас. Как будет выглядеть с закрытыми, сейчас я вам покажу. Так, снимаем. Вот закрытая турелька. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.